Что ж, друзья, всем доброе утро. Вот поставила я в раковину, значит, свой букетик. Короче, хочу еще раз поменять водичку. Потому что, в принципе, цветы в отличном состоянии, кроме нескольких. То есть они полностью раскрылись. Вот большинство, они просто раскрытые, красивые бутоны. Кроме двух белых, вот это даже не раскрылось почему-то и вот так вот завяло. Это начало раскрываться, но у нее вот эти вот, значит, листочки, лепесточки, они начали желтеть. В общем, я их вот так общипаю. И, в принципе, выглядит очень даже ничего. Вот эту бы и вот эту, потому что вот эта вот розовая, она и была полуоткрытая, в принципе, когда муж подарил одна из. И она вот такая уже, да. То есть вот эти бы... Две б я бы выбросила, если бы был букет распечатанный, но я не хочу распечатывать. Он находится у меня в упаковочной, как бы, бумаге. Только потому, что вот эта вот травушка-муравушка, она начинает подсыхать и очень сыпется. Я не хочу, чтобы она сыпалась мне на тумбочку, на пол. Поэтому вот, собственно, и стоит она запечатанная. Но букетик еще... Очень даже. И повторюсь, букет стоит уже 8-й или 9-й день. И он дальше меня будет радовать своим прекрасным видом. Потому что цветы, в особенности розы, ну я просто обожаю. Собственно, вот так вот он выглядит. Видите, вот в центре вот эта вот розовая, она, да, уже лежит, а не стоит. Что ж, ребят, еще хотела добавить, что у меня как-то странно першит, побаливает горлышко. Возможно, это связано с тем, что мои чипсы позавчера просились во свояси, травмировалась. А возможно, это связано уже и с этим сезоном холодов. В общем, не знаю. В принципе, возможно, сходить в аптеку, купить... Во-первых, мне нужны таблетки для сна. Да, ребят, пью снотворное уже, ну, такое легкое. Уже, наверное, 4 месяца точно. Потому что сплю ужасно плохо. Все это связано с нервами, со стрессами. Ну, в общем, как-то так. И, возможно, нужно купить какие-то леденцы от горла. Не знаю, потому что все, которые у меня были до этого года, сезона, уже вышел срок годности. Это еще привезенный с Украины Strepsils Intensive у меня был. Но срок годности, я посмотрела, вышел еще в июне. А я вчера одну приняла вечером. Ну, срок посмотрела уже потом. Посылка, кстати, моя до сих пор так и не пришла. Первая, которую я заказала, там не для Нового года, да, украшения и все такое. Для Нового года должны прийти, но если им верить, доставка 15 дней, то 18 где-то декабря. И 18 декабря в Израиле еще начинается Ханука вечером. И вот я хотела бы, конечно, уже наряжать. И вообще это, получается, уже будет 3-й Новый год мой в Израиле. Так, водичку я поменяла. То есть розочки пусть мои стоят дальше. Кстати, я не знаю, кто меня откуда смотрит, но если кто-то смотрит с Израиля, а тем более с Ришон Лициона, вот этот магазин, в котором муж покупает... Хороший магазин или хорошая женщина? Тарма в 20, ребят. Вот этот магазинчик,
А, ты здесь же и на Рошашана покупал, да? На Рошашана, по-моему, не здесь. Здесь. На годовщину не здесь. Ну, в общем, да, ребят, вот шок-контент. Выпила я еще одну, потому что пока я еще не купила себе для рассасывания. Ну, я не знаю, ну, блин, это какие-то просто тупо леденцы. Мало того, что хранить не больше, чем плюс 25, а летом в квартире плюс 30. Понятно, что как бы охлаждали, но не на постоянной же основе. Короче, выпила я еще одну, потому что, ну, неприятно вот это вот ощущение в горле. Это, блин, фу, терпеть не могу, когда болит горло. Ребят, из-за мусоровозки, блин, собралась километровая очередь. Собственно, почему я стою до сих пор жду, потому что муж, походу, в конце этой пробки тоже застрял, пока вывозится мусор. Жесть, короче. Сейчас еще нервно. Все начнут сигналить, некоторые едут в объезд. Короче, так себе. Так как одностороннее движение и очень узкие улицы с одной полоской. Да уж. Движение немножко пошло, но... Блин, надеюсь, она поедет не прямо, потому что нам ехать прямо, блин. Ну что ж, она поехала прямо. А значит, если мы сейчас будем ехать, то мы и дальше попадем в пробку. Поток пошел. Не? Не? Ребят, сделали новую дорогу с этой стороны. Поэтому еще в связи с этим перекрывают постоянно дороги. И так односторонние, так еще и потом сумасшедшие пробки из-за этого, объезды большие. Но здесь вот уже это сделано. Расходы. Это вот, короче, муж изначально в Израиле хотел на вот эту фигню Да, идти. хорошая зарплата. Малькиза. А чё ж не пошел? Ты закончил А курсы что в не пошло? Ты Украине. помнишь, как чем это закончилось? Получил корочку. Ну, когда мы приехали, начались локдауны. Был самый первый корона Корочка ихняя, локдаун. моя здесь ихняя не действует. Ну, Мне так нужно ее а подтверждать. у тебя же права теперь есть? У тебя же На не было... Мальгизу нету. И Ну, что, надо украинские, да. подтверждение на Мальгизу тоже? Нету, надо курс 3 дня пройти. 3 дня? Понятно. Друзья, еще раз напоминаю о том, что мой канал не является конкретно каналом о рецептах или каких-то конкретных путешествиях, каких-то конкретных мест. Мой канал о моей жизни. Если в этот момент я себя плохо чувствую, меня что-то беспокоит, морально, физически, еще как-то, я об этом говорю. То есть я не веду канал свой молча. Понимаете? То есть я... Вот на данный момент я иду в аптеку для того, чтобы купить леденцы от горла, потому что у меня беспокоит горло. После чего я хочу зайти... Ну, мне прислали адрес Ротшильд 19. А, там получить билеты. Будет проходить какой-то там фестиваль Коломбиана из 14 по 17 декабря. Возможно, билеты приобрести бесплатно. Там какие-то спектакли. Честно говоря, не очень понимаю, что, но почему не взять и не попробовать. Я отсылала электронное письмо с датами, со временем, с названием. Прислали ответ, что можно подойти когда и куда, чтобы взять эти билеты. Вот, потому что в другие даты, я так понимаю, наверное, платные эти билеты. В общем, не особо я понимаю, это мне знакомая сбросила информацию, типа, если хотите написать количество билетов,
И если это действительно бесплатно и вообще, ну, пойти на какой-то спектакль или что-то, почему нет? Тем более я указала в основном там вечернее время. С учетом того, что муж уже с завтрашнего обеда до следующего воскресенья в отпуску будет. Но он говорит, ты сильно не как бы не настраивайся, потому что рыбалка, рыбалка, еще раз рыбалка, и вернее не еще раз, а миллион раз рыбалка. Поэтому не знаю. Я написала на все эти даты по одному спектаклю, по два билета. Он говорит, ну с кем-то типа сходи в какой-то день, если я буду на рыбалке, класс. Такое. В общем, иду, узнаю, дадут ли мне вообще билеты и бесплатно, как заявлено. Ну, то есть этот человек, который мне порекомендовал, он врать, естественно, не будет. И я вроде же все правильно сделала. Так что посмотрим. На данный момент я зайду пока в аптеку, потому что болит горло. Так, ну что ж, друзья, забрала я билеты. В общем, с 14 по 17 я взяла, ну, не знаю. Меня смущает мой муж, который делает мне нервы и говорит, я не буду каждый день ходить. Ну, ребят, слушайте, бесплатно на спектакле билеты онлайн. Короче, взяла. Что ж, друзья, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь дальше, комментируйте, оставляйте свои комментарии. Всем очень рада. Ставьте палец вверх. И будьте все здоровы. Всем пока-пока, до завтра.